В области с каждым днем растет число инфицированных коронавирусом. В минувшие сутки выявлено еще 60 новых больных. Вирус все чаще поражает пожилых и детей в возрасте до 14 лет. Растет заболеваемость среди безработных, пенсионеров, детей до 14 лет, людей с хроническими заболеваниями. Практически все больные невакцинированные. Обострение эпидситуации специалисты связывают с медленными темпами вакцинации. Врачи усилили разъяснительную работу. Население широко информируется об опасности индийского штамма. Настоятельно рекомендуется соблюдать все меры предосторожности, избегать мест массового скопления людей. Главный путь – обезопасить себя – вакцинация. Симптомы схожи с гриппом. Головная боль, кашель, ломота в теле. При проявлении таких симптомов просим незамедлительно обратиться к участковому врачу. Нам всем нужно соблюдать социальную дистанцию, гигиену и обязательно носить маски. Именно среди заболевших этим штаммом фиксируются факты глухоты. Особенность этого штамма – он может заразить до 6 человек. Поэтому я как врач призываю вакцинироваться. Сам я тоже еще в самом начале вакцинации получил прививку. Никаких побочных эффектов не было, и семья тоже вакцинировалась.